Каждый месяц лета богат своими плодами. В августе на рынках и прилавках магазинов появляются арбузы и дыни. Как приготовить из них легкий освежающий салат, мы узнаем у шеф-повара. Привет, Денис! Привет! Сегодня мы с вами приготовим салат из ароматного арбуза, дыни, свежего огурца, фиолетового лука, сыра брынзы и мяты. Денис, с чего мы начинаем приготовление нашего салата? Ну, для начала мы оденем перчатки. Денис, я готова, что из этого ты мне поручаешь? Я думаю, тебе поручить удаление семечек из нашей дыни. То есть мы прям вот так вот убираем их, а я тем самым срежу кожуру с арбуза. Далее таким же образом мы срезаем кожуру с дыни и таким же размером кубика режем дыню. Огурец очищаем от кожуры и нарезаем мелким кубиком. Для пикантности в блюдо добавляем красный лук. Далее нарезаем нашу брынзу таким же кубиком, как огурец, дыня, арбуз. Соль и перец по вкусу, а мята подарит блюду нотку бодрящей свежести. Денис, чем мы будем заправлять салат? Существуют разные заправки, там майонез, масло, вот что сюда? Ни в коем случае не майонез, да, обычное растительное масло и, соответственно, посолим, поперчим немного для вкуса. Диетологи отмечают, арбуз хорошо утоляет чувство голода и жажды, стимулирует работу мозга, выводит шлаки и токсины, улучшает работу печени и желчного пузыря. Что касается дыни, то она богата кремнием и витамином С. Все эти вещества необходимы для полноценной работы иммунной системы. Как там наш салат поживает? Салат готов, поэтому можно подавать. Ну вот и моя тарелочка уже готова. Всем яркого и вкусного лета! Ксения Баканова, Денис Елистратов, Николай Сидоров. События.